Бесплатную правовую помощь смогли получить сегодня десятки жителей столиц республики. Весь день в отделах социальной защиты граждан консультировали опытные юристы. Знание законодательства помогает людям решать важные для них вопросы. Марина Зайцева – мама троих детей. Многодетная семья старается жить экономно, но не прочь узнать и про положенные льготы. Я сегодня получила бесплатную юридическую помощь и узнала много льгот многодетным семьям, которые оказываются в нашей республике. Конкретно вот по проезду. Мои дети, приобретая проездной билет, могут компенсировать стоимость проезда. И по оплате садика. То есть младший ребенок у меня ходит в детский садик. Я, как многодетная, имею льготу по оплате садика и дополнительно еще компенсацию за садик. И теперь я буду пользоваться этими услугами и узнала, какой перечень документов мне нужно будет предоставить управление образования для получения этих льгот. Юристы проводят как устные консультации, так и помогают грамотно составить нужные документы. Иногда требуется и повторная встреча, в которой им не отказывают. Чаще всего обращаются люди среднего возраста и старше. В основном их интересуют вопросы, связанные с жилищной тематикой, либо пенсионные вопросы, а также вопросы защиты прав потребителей в части оплаты коммунальных услуг. Подобные консультации юристы проводят каждый второй четверг месяца. Получать бесплатную юридическую помощь могут малоимущие граждане, инвалиды первой и второй групп, многодетные семьи, дети-сироты. Всего 41 категория граждан.